В Видном состоялось очередное заседание Совета депутатов Ленинского муниципального района 7-го созыва. Заседание прошло в максимально рабочей обстановке. Присутствовали 19 депутатов. На повестке дня насущная текущая тематика жизнедеятельности нашего муниципалитета. Первый докладчик, начальник финансового управления администрации Ленинского района Татьяна Макушкина, выступила с вопросом об исполнении бюджета муниципалитета за прошедший год. Предложить утвердить отчет об исполнении бюджета по доходам в сумме 5 миллиардов 808 миллионов 395,6 тысяч рублей, по расходам в сумме 5 миллиардов 778 миллионов 452,9 тысячи рублей, с превышением доходов над расходами с профицитом бюджета в сумме 29 миллионов 942,7 тысяч рублей. Все депутаты проголосовали за принятие отчета по главному финансовому документу Ленинского района. Далее народные избранники перешли к вопросу о выявлении возведенных объектов капитального строительства без разрешения на строительство и принятии мер к сносу подобных нахалстроев. Выявление самовольно построенных объектов будет составляться акт осмотра и протокол. Правообладателям будет дан срок на добровольный демонтаж. В случае неисполнения проводится повторный осмотр, и документ направляется в правовое управление для подготовки искового заявления в суд. Снос будет осуществляться по решению суда в соответствии с действующим законодательством. В ходе заседания депутаты заслушали и отчет о деятельности ревизионной комиссии за прошлый год. Так, в 2017 году были предусмотрены и фактически проведены 44 контрольных мероприятия. В результате проверок выявлено 158 нарушений и недостатков. Данный отчет также был принят парламентариями единогласно.